сейчас мы немного полетаем на этой резине. Не знаю, может, нас за это накажет полиция, но мы это сделаем. Я приветствую вас, друзья. Этой зимой я приобрел зимнюю резину Continental. Решил попробовать. Эта резина вышла только в этом году. Это новая модель Winter Contact SI. С технологией Polar Plus. Зима в этом году очень снежная. Морозы до 30 градусов. Как раз то, что надо, чтобы испытать эту резину. Как только шкала термометра опустилась ниже 10 градусов, я сразу поставил зимнюю резину. И не прогадал, на следующий день выпал снег. Это было в конце октября, сейчас уже январь. Получается, я эксплуатирую уже 3 месяца эту резину. Что я могу сказать? Ребята, резина бомба, просто бомба. Я не рекламный агент резины Continental, я просто пользователь, так сказать, автолюбитель, как и вы. Реальная, реально резина отличная. Она не раз меня выручала на снежных заметах, на льду. Какие особенности этой резины? Continental Winter Contact SI – это превосходная зимняя резина с мощным сцеплением в дождь, снег и даже лед. Усовершенствованная с помощью технологии Continental Polar Plus, шина будет держать вас в дороге в сложных зимних условиях, поэтому вы сможете уверенно двигаться, зная, что вы в безопасности. Уникальный многоугольный рисунок протектора для лучшего сцепления. Улучшение торможения и тяги в коварных условиях плохой погоды. Максимальная сила при укусе снега. Увеличение топливной экономичности и пробега. У зимней резины Continental Winter Contact SI есть дополнительные ряды прорезей, которые представляют собой небольшие протекторы внутри больших секций протектора, которые обеспечивают дополнительное сцепление в холодных условиях. Резина, из которой сделаны эти шины, толще и содержит соединение на основе диоксида кремния, которое максимально увеличивает контакт с дорогой. Специальные тяговые канавки спроектированы таким образом, чтобы обеспечить полную уверенность на снегу и льду и держать вас на дороге в сложных зимних условиях. Как я уже говорил ранее, я уже 3 месяца эксплуатирую эту резину. Я вам скажу, минусов нет вообще, одни плюсы. Ну, не буду вас загружать болтовней. Давайте посмотрим, как работает эта резина на дороге. Тем более сейчас начался снегопад. Температура минус 15. Как раз то, что надо, чтобы испытать ее на дороге. Ну что, поехали. Так, друзья, снегопад сегодня страшный. Как раз хорошо можно испытать зимнюю резину. Дороги не чищенные, поэтому сейчас резина Continental покажет свое превосходство. Я не зря ее выбрал. И об этом теперь не жалею. Это действительно резина-бомба. Смотрите, дороги не чищенные. Я вхожу в поворот, даже не останавливаясь. На скорости 30 км в час я вошел в поворот, и меня даже не занесло. Вот следующий поворот. Дорога не чищенная, а ледяная. Никакого заноса вообще нету. То есть боковые канавки работают. Они не дают машине слетать с трассы. Едем в городском цикле сейчас. Это самый сложный вариант, потому что здесь постоянно надо быть на чеку, держать дистанцию, не пропустить сигналы светофора, поэтому торможение экстренное надо заранее предугадать. Вот сейчас перекресток, мне нужно остановиться. Я легонько нажимаю на тормоза, машина останавливается. Даже не срабатывает АБС, потому что резина схватывает сразу, моментально. Под горку делаю подъем. Снежная горка, ледяная. Я заезжаю даже без никаких проблем. Даже не срабатывают никакие системы противобуксовочные. Это говорит о том, что резина действительно классная. Бомба. Бомба резина, ребята. Это не реклама, это я вам говорю просто, что я не прогадал.
Вот, трогаемся с места, без проблем. Натяжечку идем. Все, никаких пробуксовок. Машина летит просто. Сейчас мы выйдем на такой участок, где ребята любят немножко погонять, испытать свои машины. И мы сейчас попробуем там погонять, испытать свою не машину, а резину на более таких коварных участках. Нами только что повернул трак. Огромная машина, может, кажется, вроде бы должна себя держать на дороге. Она тут летает, блин, как, не знаю, что у нее за резина там стоит. У нее, наверное, all season. All season — это значит резина для, только для лета. И вот мы прем. Вообще дорога не чищена, вообще лед сплошной. Сплошной лед. А мы делаем вещи. Поворачиваем. Маленький занос, потому что лед конкретный, но терпимо. Не выходя за рамки. И это замечательно. На таком заснеженном участке. Опять перекресток. И мы останавливаемся без проблем, жестко, трогаемся четко. Вот в чем вся сила резины Continental нового образца. Они добавили все, что они пропустили. Они все добавили в этом модельном ряде. Теперь эта резина просто безупречна. Сейчас мы немного полетаем на этой резине. Не знаю, может, нас за это накажет полиция, но мы это сделаем. Резина бомба! Ну что, друзья, вот мы немного подрайвовали тут. Теперь надо валить с этого места, потому что полиция уже, наверное, осведомлена. Мы тут вытворяли чудеса, крутили восьмерочки и прочие прибамбасы. Поэтому надо валить. Ну, вы сами увидели, насколько резина просто классная. Замечательная, блин. Вот, еду, вот снег. Снежный затор, проезжаю. Да, без проблем. Еду вот по снегу. Вообще дорога не чищенная. Никаких проблем, вообще не чувствую. Поэтому я не жалею, что купил эту резину. Это новая модель Continental. Я думаю, что на этой модели я остановлюсь и поставлю также на свою другую машину. Я поставил попробовать на Focus, чтобы не сильно дорого платить, потому что она не из дешевых,
можно сказать. Ну и не дороже, чем Мишлен или даже Хакабилита. Ничем не отличается по цене, даже дешевле можно взять. Но по качеству на дороге она просто утерла нос всем остальным маркам шин. Поэтому берите, пробуйте, пишите свои отзывы в комментариях, если кто-то уже пользуется ей, хотя я сомневаюсь, что вы ей пользуетесь. Она только вот этой зимой, только выпустили эту модель. Но если у кого-то уже есть, пишите в комментариях, как вам эта резина. Если вам не понравилось, пишите не понравилось, говорите почему. Если понравилось, пишите понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока!